меня 8 патронов тогда. Нормально, нормально все будет. Я вон фу. Ты главное не бойся, все будет хорошо. Бля! Ясно. Ну читай. Я просто привыкла озвучивать игры, потому что многие смотрят там с мобильных устройств и неудобно некоторым. А если кто-то смотрит, чисто слушает, допустим, давай ему описывать. Мужчина и женщина в узкой пещере. Мужчина побежал вперед, его напряженное тело покрыто капельками пота. От Артура, вы видите, как он относится? Я о своих зрителях забочусь. Пот блестит в лучах солнца, которое пробивается сквозь потолок пещеры. Внезапно впереди они замечают останки животных. О, что это? Из-под земли вылезли. Вертуфайзены! Мне показалось, или я слышал? Ох уж эти нонсабы. Ура, бахся. Он бегает? Неплохо. Я не знаю, серьезно. Я ж потерялся. Что вообще произошло? Это была какая-то психологическая атака, блин. Позиции, yeah. Да я поломать! На первой я. В порядке? Джек. Да, в порядке. Нет, нет, Джек! Потолкнуть? Джек! Потолкнуть? Джек! Джек! Белый голландец! Белый голландец! Вы посмотрите, какая сволочь! Мы же его не догоним с тобой, ты же понимаешь? Ну дай мне кармашек свой немножко. Чуть-чуть. Проигравшие тут лезут друг другу в кармаш. Только чур не трогай, а так чисто. Да, я немножко. Давай, теперь я твой кармаш. Давай, давай. Спокойно! Вода. Я все в кармашек залез. Я же не хочу сыграть подло. Главное дойти до Артура и цепануть его карман, что есть мочи. Мой карман, это мой карман. Схватиться так прям двумя руками, так. Двумя, да, в четыре руки просто и на себя. Да, да. Еще немножко. Я знать не хочу. И на себя. Этих людей. Потом опять отпустить и опять на себя. Да. Вот эти движения. Знаю я эти движения. Стой. Да блин, Артур, отвали от меня! Ты тратишь мое время, девочка. Лезь туда, я пощажу тебя. Лезь. Наивные студенты. Наивные. Но с сиськами. Даша. Петарда была в жопе. Можно будет сейчас выгнать, когда будет загрузка. Он, по-моему, сам выходит. Боже, у вас по нулям. О, пользуясь случаем, передаю привет Сане, пишет Джей. Посмотри, какой навязчивый. Саня, тебе привет. Саня. Хуй сосед. Понимаешь, да? Я выкину. До свидания, родной.
Ты привлек свое внимание, это была твоя минута славы. Преимущество игры в раннем доступе то, что ты можешь купить ее заранее, то есть и играть в кривое говно. Ну, либо потом дождаться релиза и купить кривое говно. Хера патроны. Это новая разработка? Походу не понравилось. Тактика. Не особо сработало. Мне очень нравится. Я очень. Всем прием. Говорится, стало долго на свалке. Из темной долины по направлению к бару идет волна мутантов. Всем, кто поможет отстрелять нечисть, признательность нашей стороны гарантируем. Я понял. А, про терпение. Ну, и поэтому я много с людьми в жизни работал. Поэтому ваша закидона это, ну, такое на самом деле. Не сильно впечатляет. Бывает временами, конечно, что меня проймет. Ну и слабак ты меченый, пользы от тебя ноль. Так что и благодарности от нас ты не дождешься. Не за что тебя благодарить. Чуть-чуть. Отлично! Минус один! А это наши? Наши. Чисто. Всем перекрутим. Я просто отвлекся на секунду. Гайс, я чеку выдернул. Что делать? Как обратно вставить? Вперед, ребята! Воин, блин. Сегодня перешел опасную черту. Опасную. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Боже, я сейчас сгорю. Он там интереснее рассказывает. Но по дереву дальше лезет. Тут снова бэх, левое яйцо в сторону. У кровососа кровище хлещет, но он все равно вверх лезет, только еще злее стал. Бах! Кровососу отрывает к черту последнюю причиндалину, но он все равно не останавливается. Тут первый новичок с верхушки дерева кричит напарнику. Голову! В голову ему стреляй, придурок! Он меня не насиловать собрался! Да слышишь, не смешно, у тебя чувства юмора нет, похоже, мороз какой-то. Чего срались там? Лол, это было круто. Это был тот момент, когда Джексон понял, да ему. Все, я привык немного. Теперь они будут получать. Ясно. Я знал. Я говорю, я не буду сейчас это говорить, думаю. Сейчас скажу, сразу какая-нибудь херь вылетит на рандоме. И сразу. Сразу же. Мужчина, вы не представляете, вон там, на той ферме, просто как какая-то. Спрячешь ствол, будет разговор. Мужчина, вы не представляете, вон там, на той ферме, просто кошмар. Военные проходы. Здорово, дружище! Привет, брат. Что скажешь? Ты тоже из спортсменов, да? Ну, привет. Привет. Здорово, дружище. Я устал. Забей. Неважно. Стой, фраер! И чтоб ствол твой дулом в землю смотрел! Я его за спину убрал, ему дело. Вот так вот и... Валька! Мудила я его зря назвал. Понимаешь? Да срать на ветер, гонку. Не, на ветер срать неудобно. Смешно. Мне понравилось. Мне тоже. А мне что-то... Да ёбан.
ёбок. Прям всё. Вот так вот. Давайте. До свидания. Распрощались ненавистно так. Всё. До свидания.